Привет всем, друзья! В этом видео вы узнаете вкуснейший рецепт рассыпчатого плова, приготовленного в чугунном казане на костре. В казан нужно налить пол-литра подсолнечного масла. Борта казана маслом надо смазать. Полоской лука надо проверить жар масла. В раскаленное масло нужно добавить 1 кг нарезанного лука и жарить его необходимо до зажаристого состояния, примерно 10 минут. К луку нужно добавить 1 кг нарезанного мяса, жарить в перемешку 10 минут. В казан надо добавить 1 кг соломкой нарезанной моркови, жарить 10 минут. Добавить 50 грамм изюма. Все хорошо перемешать. Добавить 1 литр кипяченой воды, чтобы покрылся зервак. Добавить 4 чайные ложки соли. Все перемешать. В середину нужно вставить 1 головку чеснока. Казан нужно накрыть крышкой и убавить огонь. Готовить 40 минут. Затем крышку открыть. Головку чеснока достать. Сверху высыпать 1 кг промытого риса. По поверхности рис разгладить. Добавить воды, чтобы она покрыла рис на 1 сантиметр. Добавить 2 чайные ложки приправы для плова. Казан накрыть крышкой. В печке добавить огня. Как только закипит, крышку надо открыть и рис проткнуть обратной стороной ложки или вилки. Казан накрыть крышкой, готовить 10 минут. Через 10 минут огонь убавить и открыть крышку. Обратите внимание, воды осталось очень мало. Это говорит о том, что рис нужно собрать горкой.
На рис нужно положить большую тарелку, или, как в моем случае, леган. Казан крышкой нужно накрыть и готовить 40 минут. Через 40 минут крышку надо открыть. Тарелку достать. Рассыпчатый плов хорошо перемешать. Головку чеснока можно назад вернуть. Вкуснейший плов готов. Кому рецепт понравился, оцените лайком, не забудь подписаться. Всем приятного аппетита, пока!